От нашего региона на ежегодной пресс-конференции президента страны Владимира Путина побывал Сергей Егоров, который в Твиттере поделился своими эмоциями, а именно написав, что мы и представить себе не можем, как же там круто и какой дурацкий Wi-Fi. Также Сергей сообщил, что сидит прямо по центру рядом с телекамерами, поэтому вопрос ему вряд ли удастся задать. Твиаккаунт Life News сообщил о том, что Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции сделал неожиданное заявление. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании, и эта просьба будет удовлетворена. В ближайшее время будет подписан соответствующий указ, сказал президент. По словам Владимира Путина, в своем прошении Ходорковский ссылается на обстоятельства гуманитарного характера. Речь идет о больной матери бывшего миллиардера. Екатерина Логинова сфотографировала яму напротив одного из химических предприятий города и написала в Твиттере, что эта колдобина пропарывает в день около 30 автопокрышек. С Катериной согласилась Дарья Давыдова, которая написала, что именно в этом месте погнула автомобиль. Мобильный диск и потеряла колпак. Андрей Маринин рассказал, что детей из Калакшанского сельского поселения Собинского района оставили без новогодней елки. И последнее. Юрий Борисов сообщил, что Андриановский сквер стал реальностью. На этом все. Не забывайте читать нас в Твиттере.